Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи великого поэта Константина Бальмонта «У женщины дитя, привыкшее играть». Музыка исполнения Самуила Абрамовича, видео из интернета, из цикла «Ожившая поэзия». О, женщина-дитя, привыкшая играть, и взор нежных глаз, и лаской поцелуя, я должен быть тебе всем сердцем презирал, а я тебя люблю, волнуясь и тоскуя, я должен быть тебя всем сердцем презирал, а я тебя люблю, волнуясь и тоскуя, люблюсь к тебе, прощаю и люблю, живот мой тобой, в моих терзаниях страстных, для прихоти твоей я душу погублю. Все возьми себе за взгляд очей прекрасный, для прихоти твоей я душу погублю. Все возьми себе за взгляд очей прекрасный, за смолчивые, что за сладкую тоску восторженных мучений, дневных странных снов и звуков огней. Ты друг и вечный враг, злой дух и добрый гений, ты мой странных снов. Ты друг и вечный враг, злой дух и добрый гений. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Абрамович. Музыкальная композиция «Экспромт. У женщины дитя». Стихи Константина Бальмонта. Видео из интернета.